Число горожан, у которых обнаружена кишечно-вирусная инфекция, растет. Специалисты опасаются, что ситуация может стать критической. Основной причиной называют купание в море. Бактериологические показатели воды в котором абсолютно не соответствуют нормам. Кишечная заболеваемость по городу превышает заболеваемость как по Одесской области, так и в большинстве своем по Украине. Хочется обратить внимание на начавшуюся еще год назад, начавшийся циклический подъем заболеваемости вирусным гепатитом А. Заболеваемость продолжает расти, болеют преимущественно взрослые население города. Продолжает регистрироваться и увеличиваться ротавирусная инфекция. И каждую весну в организованных коллективах города мы регистрируем несколько случаев групповой заболеваемости ротавирусной инфекцией. Чтобы обезопасить себя от кишечно-вирусных заболеваний, в первую очередь советуют соблюдать нормы гигиены. Мыть руки, пить очищенную воду, мыть фрукты и овощи перед употреблением и избегать мест стихийной торговли. Выбирать безопасные пищевые продукты, тщательно приготавливать еду и содержать кухню в идеальной чистоте. Всегда носить при себе влажные салфетки, лучше с антисептическим действием. В летний период воздерживаться от употребления кондитерских изделий с кремом, приготовленных на свежих яйцах. Кушать фрукты и овощи по сезону и пить кипяченую воду или минералку. Фрукты, грязные руки, вода из реки или родника, даже мясо – все это может стать причиной кишечного заболевания.